Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, это мой канал «Московские будни». Дорогие мои, вы меня, наверное, совсем потеряли. Ну, к сожалению, вот пока так. Могу пока только сквер вам показать. Ну и прошу отнестись с пониманием. Придет время, когда я выйду на полноценную связь и поговорим с вами. Красивая осень, посмотрите, листочки желтые, зеленые, там красные ягодки. Красиво в сквере очень даже. Погода такая сказочная. Еще осень не вступила в полноценные права свои. Начнется дождь. Будет холодно. И воздух такой чистый, свежий. Сегодня у нас праздник. Сегодня покров Пресвятой Богородицы. Всех христиан поздравляю с этим праздником. Желаю прежде всего крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой. Это главное. Будет здоровье, и будет у нас все остальное. У нас тут убирают листочки. Вон машины ездят с пылесосами там. Вдали их видно. Много рабочих. Наводят порядок. Ну, чуть попозже, может, прогуляемся в парк. Посмотрим. Ну, а пока вышла вас поздравить с праздником, дорогие мои. И пожелать вам всего только самого светлого и доброго. И вот такого неба вам светлого над головой. Оно на самом деле светлое, на камеру выглядит темно. А так небо светлое. Не теряйте меня, дорогие мои. Пишите комментарии, ставьте лайки. Поддержите меня в этот период. А я обязательно скоро вернусь. И буду вам показывать все интересное, красивое. Вот видите, едет КамАЗ, собирает листочки. Ну все, дорогие мои, всем желаю здоровья крепкого, хорошего настроения и мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника, это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока!